Противоречивая информация из Краснодара, где этим вечером загорелся жилой дом, а от него, по первым сообщениям, и соседний. Но несколько минут назад в МЧС России уточнили, что горит все-таки одно здание. Шестиэтажка на улице Прокофьева на севере города. Без 5-6 вечера на пульт дежурного поступил звонок о пожаре на мансарде. Вскоре огонь охватил 1500 квадратных метров. Потом стало известно, что рухнула кровля и горит следующий вниз пятый этаж. 150 квартир в здании, 480 жителей, в том числе 90 детей зарегистрированы, 400 человек эвакуированы. Один, как сообщает информагентство, погиб. Но это пока проверяют. Пожарным очень трудно работать. Машины пробирались через очень плотную застройку. Нет гидрантов, так что многокилометровые магистрали для воды приходилось прокладывать вручную. Более 120 человек, около полусотни машин, стянуты в эту часть города. В Краснодаре этот микрорайон называют музыкальным. Улицы, параллельные Прокофьева, носят имена других композиторов – Мусоргского, Дунаевского и Рахманинова. Корреспондент «Интерфакс» указывает на еще одну особенность. Большинство домов в этом районе построены с серьезными нарушениями норм или вообще самовольно.